Кто самый быстрый и ловкий? В спортивном зале 4-й школы это выясняли между собой девушки. Там проходит конкурс, организованный обществом с ограниченной ответственностью «Роснефть-Пронефтегаз». Это мы впервые в календарь, значит, как бы пробный шар. А теперь это будет ежегодно, потому что всем понравилось. Мы неделю назад проводили «А ну-ка, парни» в честь 23 февраля. Сейчас «А ну-ка, девушки». Все девушки – представительницы управления компанией. Одна из них – Юлия Ярошевич. Она мастерски владеет мячом. Правда, в ее руках обычно не баскетбольный, а волейбольный мяч. Юля входит в сборную команду города по волейболу. Дома скучно сидеть, нужно выбираться из дома, проводить весело время, это же всегда хорошо. Праздничное настроение, музыка, много народу, весело. 8 заданий, каждое на время. Поэтому около каждой участницы стоят помощники с секундомером. Они же потом и сообщают время судьям, а те пересчитывают их в баллы. Кто за 5 секунд, тому 1 очко. Кто за 10, тому, и так дальше. То есть по наименьшему количеству времени. Во время каждого задания участниц поддерживали болельщики. Один из них – Сергей Овсеевич. Мужчина признается, что пришел поддержать коллег, а заодно весело провести время в дружеской обстановке. Вообще интересно задумано, правильно. И женщинам немножко развитие физическое получают. Смотреть, конечно, необычно. Тут традиционно выглядят они в соответствующей одежде. А здесь более свободно, и они себя чувствуют. Могут повеселиться, расслабиться. Перед тем, как объявить победителей, вручили подарки в дополнительной номинации «Самый лучший болельщик». Конфеты и денежные призы получили 3 семьи. Одна из них – семья Федоренко. Я была вон там вот на лестнице и кричала «мама, мама». Болела вот так вот за маму. По результатам конкурса почетное 3-е место и денежный приз в 5000 рублей получила Екатерина Демьянова. 2-е место и приз в 6000 рублей у Анны Черепановой. Ну а самой быстрой и ловкой среди всех участниц стала Юлия Ярошевич. Она заняла 1-е место и награждена призом 8000 рублей. Хорошие такие физические нагрузки сегодня получили. Я думаю, девочки тоже это заметили. И девчонки у нас молодцы, все старались. Так как этот конкурс был посвящен прекрасной половине человечества, то остальные участницы мероприятия тоже не остались без поздравлений и подарков. А организаторы, которые отметили успешность первого подобного конкурса, планируют такой досуг проводить чаще. Вначале проводить по управлениям эти мероприятия, а затем победителей собирать на финал. То есть, допустим, это же мероприятие можно уже провести в течение 1,5-2 месяцев по выходным дням. Это будет более массово и с добавлением каких-то эстрадных, культурных, показательных номеров. Это уже можно превратить в шоу. Много внимания, как и подарков, не бывает. А активные выходные – лучшая награда для всего коллектива. Диана Везучий, Александр Анфимов, новости Губкинского.